а давайте, ребята, попробуем проехать на автобусе в сельской местности. Так, давай выбираем автобус. Поехали. Так, это двойные монетки пока пропускаем. Так, нам нужно, ребят, проехать как можно дольше. Ну, давай, поехали. Поехали. Будем не спеша ехать. О, здесь я на автобусе уже ездил, смотри, видишь? Да, а что, на скутере я здесь еще не ездил ни разу? Надо будет это исправить. А интересно, у меня что, более-менее прокачанный автобус был раньше? Я не помню, я вообще, мне кажется, автобус не прокачивал. Может быть, один раз только прокачал. Но будем копить деньги на новую трассу копить. Да. А вообще, конечно, надо машинки нам прокачивать. Какой-нибудь... Может, автобус прокачивать, интересно. Автобус мне нравится, с одной стороны. Я бы его прокачал бы, может быть, наверное. Ладно, каждый день будем немножко прокачивать автобус. Я думаю, ничего страшного. Опа, давай едем, хорошо. Так, 19 тысяч монет у нас. Посмотрим сейчас, сколько мы на автобусе проедем. Далеко нет. Тут, видишь, еще подъемы такие, что у автобуса может не выдержать этот самый двигатель, не справляться. Опа, смотри, смотри, смотри. Пока едем, пока едем. У нас тут показывают уже наш... О, давай сейчас отлетит. Сейчас отлетит у нас кабина у автобуса. Да, 800 метров. Это до рекорда, что ли, да? До рекорда, наверное, показывают. Ух ты, бонус за расстояние 130 монет. Это мало очень. Что это 130 монет? Ребята. О, я что, тут один уже еду или что? Я не понял. А, нет. Все. Ох, я подняться не могу. Ну а как же раньше я поднимался же, правильно? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай. Давай, пожалуйста. Ну, вонючка, я почему не могу заехать? Я же раньше заезжал. А, кто знает, почему я раньше заезжал, а сейчас я разбился и не смог заехать. Вот почему, а? Так, давайте выберем еще раз автобус. Тихо, вот он. Да подожди, я автобус хочу. Что у нас с деталями тут, а? Так, а, у нас здесь оборудованный комплект есть. Ну, давай возьмем. Оснастим. Турбо. Так, а ну-ка. А, слоты полны. Ладно, один слот только у нас. Ну, ничего страшного. Что-то я... что-то я докупил, не знаю что. Давайте поедем, попробуем, посмотрим. Так, может, быстрее будем ехать, не знаю. Ну, пока мы едем вровень. Да... Ё-моё. Смотри, вот это турбо... Турбо что-то нам... Я не понимаю, оно нам как активируется или что? Что-то как-то оно особо и не помогает, это турбо. Странно, странно. Турбо стоит, но оно что-то никак не реагирует. Может, на что-то нажать надо? Да нет, вроде бы, ни на что не надо нажимать. Ладно, сейчас посмотрим. Попробуем. Так вот. Едем вровень со мной, когда я раньше играл. Ехал, не помню когда. Ну ладно. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Давай-давай-давай. Может быть, турбо нам поможет немножко дальше проехать, не знаю. Надо будет... Это, кстати, автобус покрасить немножко другой цвет. Есть же такая возможность, конечно, есть. О, подъем вонючий. Давай-давай-давай, поднимаемся, есть. О, хорошо. Так, а кстати, чуваки одинаковые, да? Которые сидят в машине. Ага. Едем. Опа. Тихо-тихо-тихо. Сколько у нас? У нас уже 20 тысяч монет, серьезно? Это очень хорошо. Откроем новую с вами, ребята, трассу. Так, едем не спеша. Опа. Все нормально, все хорошо. Тихо-тихо-тихо. Вот здесь надо подняться, главное. Заехать. Вот. И здесь уже покруче, покруче заезд. Давай, пожалуйста. О, хорошо. Хорошо, заехали мы. Да. Может быть, даже турбо немножко нам помогает. Так, сколько уже? 20 500 монет. Надо хотя бы 1030 заработать. Опа, подъемчик.
ты, бонус за расстояние нам дали 140 монет. Спасибо. Ох. Тут уже монетки более-менее посерьезнее. О, отлетела. Отлетела наша кабина. Теперь опасно. Главное, головой не стукнуться ни обо что. Оп. Давай. Еще немножко. Хорошо. О, смотри, еще раз бонус за расстояние. Ой, спасибо. Спасибо. Едем. Вот это подъем какой. Давай, турбо, помогай. Вроде бы турбо помогает, ребята. Не знаю. А, чувак вылетел. Сейчас второй вылетит. Интересно, там турбина у нас закреплена. Если она отлетит, то мы будем медленнее ехать, да? Фиг знает. Не, нормально поднялись. В гору. 1600 заработали. Так, чуть-чуть назад. А, нет, вон, смотри, я все-таки до сюда доезжал. Офигеть. Смотри. Вот это я сумасшедший раньше был. Аж до сюда доезжал. Нифига. Да. Ой, давай, поднимаемся. Есть, хорошо. Поднялись. Опа. Уже 21 тысяча. Неплохо. О, здесь тут тоже отлетела у меня часть экипировки. Опа. Главное не стукнуться. Так, здесь я шлепнулся. Так, а что самое интересное, я не могу подняться. У меня не хватает мощи. Есть, новый рекорд, ребята. Мы побили свой собственный рекорд. Но и все-таки едем. Потихонечку. Вот, монетки заработаем. Так. О, бензин заканчивается. Быстрее. Есть, успели. Успели взять канистру с бензином. Так, а здесь мы поднимемся, интересно. Будем надеяться, что сможем подняться. У нас здесь денежки лежат. Опа, 1400, нормально. Очень даже хорошо. Так, здесь пузо будет крутой. Ой. Так, все, спустились. Поднимаемся. Еще. Нет, пожалуйста, вонючий случай. Не хватает у нас мощности. Ох ты. Хорошо, что головой не стукнулся. Так, давай еще раз попробуем подняться. Хоть уже и бензин заканчивается, но... Ничего страшного. Давай. Нет, не смогу подняться. Все, ребята. Подняться не смогу. Ладно, здесь остановимся. Эх, все, кончилось топливо. Но зато мы еще остались в живых. А, это уже о чем-то и говорит. 900 монет мы здесь собрали с вами, ребята. А, вот показывается рекорд 1900 метров, тут 800 метров. Ну, давай в лесу попробуем, почему бы нет. Давайте выберем автобус. И я его еще хочу покрасить. А, другой цвет. А, автобус, у меня все заблокировано. Только колеса можем покрасить красный цвет. Ладно, поехали. Едем. С колесиками, смотрите, тоже. Он неплохие, красненькие колесики. Так, едем. Так, а сколько стоит новая трасса, я не посмотрел. Ну да ладно. Кажется, где-то 1030 она стоит, новая трасса. Так, монетки забрали, едем дальше. Опа, все хорошо. Здесь главное не разбиться. Нормально, едем. Мне тут турбо помогает все-таки немножко. Угу, немножко турбо помогает все-таки. Так, здесь подъемчик будет сейчас. О, давай, немножко есть. Поднялись. Нормально, потихонечку, каждый день будем играть, ребята. Заработаем монетки. Давай, едем. Угу. Нифига себе, какой подъем большой. Опа! Бонус за расстояние, 1100 монет. Оп. Так, главное не разбиться. Так, все, едем дальше. Вот он едет. Едет сзади. Автобус. Соперник. Это нам наш соперник. Да ладно, ребят, это я ездил. Когда-то, я уже не помню, когда. Когда-то ездил. Ой, разбился. Да ну нафиг. Ребята,
Это просто нечаянно это сделал. Я нечаянно и не хотел развиваться. Очень жаль. Очень жаль. Да.